Всем привет, друзья! Всем привет, кто смотрит этот Дерфест, эту трансляцию. К сожалению, мы не сможем с вами встретиться вместе в одном пространстве из-за самоизоляции. Но я надеюсь, что музыка, которая сегодня прозвучит, песни Вени Дыркина, они поднимут вам настроение. И спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы смотрите. На гитаре сегодня для вас играет Игорь Муллер. Меня зовут Борис Плотников, я играю на губных гармониках. Первая композиция – это инструментальная композиция Вени Дыркина, по большому счету единственная его инструментальная композиция, заглавная мелодия к сказке «Тая зари», которая называется «Полиния», посвященная его жене. Следующая композиция – это суровый уральский регги, который называется «Stoned Kitten». Thank you.
Спасибо. А сейчас мы для вас сыграем песню, которую многие считают русской народной. Она называется «Не для меня придет весна». На самом деле у нее есть автор, композитор Николай де Витте, российский арфист голландского происхождения, выдающийся музыкант 19 века. «Не для меня придет весна». Следующая композиция, которую мы исполним, называется «Pale Ale», что в переводе на русский обозначает «светлый эль». Это такой сорт пива, который лично я очень люблю. Поехали! Oh.
Ну и напоследок сыграем еще одну композицию в стиле регги. На этот раз это будет уже действительно русская народная песня «Ой, то не вечер». Подпевайте. Спасибо большое, что были с нами, что слушаете, что помните песни Вени Дыркина. Для вас играли Игорь Муллер и Борис Плотников. Спасибо большое за внимание.